что ж, всем добрый день. Сегодня у нас, как и согласно опросу в группе, незапланированный Wings of V, потому что у меня выдался свободный день, внеплановый. И вы захотели увидеть почему-то Wings of V. Ну, правильно, надо же ачивку открыть уже последнюю. Ну, в смысле, не последнюю, последнюю сюжетную. Привет, Боги. Ну, давайте попробуем сегодня Джо Холлу победить наконец-то. Так, и у меня такое ощущение, что рестрим с ТГ на Twitch не идет. Нет, я специально не смотрел ноги. С чего ты взял? Причем, и тем более, даже если бы смотрел, и что? А, нет, все идет. И что, даже если бы смотрел, как бы, как это мне скилл-то прибавит? Ну, я так, я то и на 5 минут заходил, но не более того, как. В смысле, а у меня что, нету страты, по-твоему, или что? А, таймер забыл запустить. Первая попытка и 3,5 так и снес. Точку не дали. Не знаю. Но я же сказал. Я же сказал, мы все свои по этому поводу. Я задел, я же влево шел, но это нечестно. И вот это нечестная штука. Это нечестно. Почему Залгрин не сделал так, что этот лед может появиться прямо в портале? Ну, это же вообще нечестно. Абсолютно. В итоге я должен либо не замораживать его, либо получить урон от портала, причем существенный довольно урон. Естественно, как бы лучше не замораживать, но это вообще-то все равно плохо не замораживать. Ничего хорошего в этом. Thank you.
Я не могу ему больше 2,5 снести. Больше 3 снес. Как это можно было не задеть? Да ладно, не взял, ну лол, ну почему? Ну там оставалось один пиксель до нее дойти, ну в принципе нормально, уже 4.2 оставил. Задел. Ну все. Опять 3 только снес. Что-то темп не особо наращивается. Вот как? Вот я не понимаю, как он задевает? Я же иду влево. Как он задевает, если я иду влево? Что за нестабильная атака? Он же бьет в ту точку, в которой я нахожусь в какой-то там момент. Если я все время двигаюсь влево, как он может доставать? Я непрерывно двигался влево. Вообще чушь, я не понимаю, как это можно избежать. Это, по-моему, просто рандомная атака, которая может задеть, может нет. Почему сейчас не задела?
5 не могу снести больше 3. Ну, в смысле, больше 4. Какой подкат, я не понимаю, куда там подкат-то делать, в пропасть? Он еще неуязвимый, когда далеко. Что сделал? Ну я думал успею. Может, какой тут подкат делать? Что? Как это за без урона возможно было пройти? Как? Просто я не знаю. Ну то есть нужно очень сильно мигрить, а стоять там, не прыгать налево тоже невозможно, потому что он же врежется. Да блин. По-моему, это... А, ну да, рекорд. На 1 хп больше сниму.
тряски я не понял, когда прыгать. Вот это вот вообще бесит, ну это вот атака, ну это даже не атака, это просто, он просто улетает, но это хуже любой атаки практически. Потому что это совершенно внезапно и вообще непонятно, как поворачивается. Не, ну если бы заранее знать, то конечно можно вернуться, но вот именно из-за внезапности это вообще какой-то бесит. Ну, когда-нибудь думаю, да. Ну, если он опять будет ставить портал в ледышку, точнее ледышку в портал, то из-за аметиста я не пройду. Да, она виновата сейчас, что я не прошел. Ну, по крайней мере, вот этой смерти. Как много портал тратит, ну это же есть, как много тратит. Нет конфликта. Ну все. Привет, Стам. Чтоб не веселиться. Все даже. Да ну это такая печаль.
лучше, что нам. Блин, что-то не пошло. Дурацкий портал опять, я не заметил его. Привет, РНД. Ну блин, напряжный босс, тут еще что-то говорить, конечно, тяжело довольно. Я тут теперь научился следить, где он появится. Поэтому можно хотя бы чуть-чуть предугадывать лазеры. First. Нет, я забыл, ну как не забыл, я вспомнил пробу проверить, но слишком поздно, уже лень был. Я пока воспользовался советом JustObserver'а и на YouTube закинул, но пока еще не знаю, там обрабатывается. Прогресс 3,3, ну то есть 33% оставлял. Ничего особо не подучил став. Ну да, прогресс определенный есть на боссе, да, то есть стал я чуть-чуть лучше на нем играть, но это такое все равно, такое, это.
пока вообще что-то ну, очень жестко все. Ну блин, лечилки не... Вот кажется, что будто бы я гонюсь прям за лечилками, да? Типа, но на самом деле за ними нельзя не гнаться, иначе все равно что урон получает. То есть это обязательно, то что я делаю, это обязательно. И все. Еще вот я иногда, типа, если я понимаю, что я не могу заморозку его сделать адекватно, то я просто делаю так, чтобы он хотя бы в меня не попал, а на заморозку кофе. Да ладно, ну чё, как? Вообще не круто. А, что-то я даже прыжка не хотел. Ну, снап, ничего хорошего, потому что в этом боссе нету. Ну ничего хорошего в этом боссе вообще нету. Солгрин чисто вот повторил просто позже в этом плане. Ты еще не видел усиленную фазу. Да, в общем-то, он не стал долго думать, он просто усилил все атаки в два раза. Два лазера, два ряда шариков фиолетовых. А на кусачьи атаки он еще выпускает червяка. На атаку, которая с хвостом, я не видел усиленно. Еле запрыгнул. Понятно, что с этой попыткой уже покончено. Привет, псих. Что это такое? Да ну что за такое? Ну да. Забей, Снап. Солгрин, ну он очень такой, он тролль просто вот.
Он не выходит из роли тролля никогда. От него адекватного ответа вообще порой не дождаться. Я видел, как он общается в чатике. Он просто, по-моему, тролль просто пожизненный. Ну, то есть даже тогда, когда это, может, и не нужно. Так что это не воспринимает это как серьезный ответ. Скорее всего, он просто там, ну, по другой причине так сделал, да, по какой-то. Не, ну логично как бы, да? Если тебе что-то некомфортно в игре, ну значит хардкор. Потому что игра создавалась ради хардкора. Но на самом деле изначально причина этого могла быть другом. Может, ему лень было запиливать вот такую. Это же, наверное, понимаешь, это же нужно отдельно пилить, чтобы вот можно было переключаться там, да? Лень, наверное, было, я не знаю. Еще что-нибудь. Или просто не подумал, что это может быть неудобно, например. Ну отлично, вот это он сейчас сделал, просто классно. Где ты? Блин, ну это максимальный прогресс. Ровно 3, это максимальный прогресс. Как бы да, спидранеры вообще не показатель. Спидранеры третью Камилю проходят меньше, чем за 6 часов. Это вообще не показатель. Ты снап, кто такой сказал? Я на ангел моде пройду, скорее всего постараюсь, ачивки можешь пооткрывать, ну как пойдет, посмотрим. Но я сомневаюсь, что я буду эту игру спидранить, потому что, ну она мне, честно говоря, не настолько просто нравится тупо. Ну, как бы, да, я не говорю, что точно не будет, но... То есть, знаешь, вот на ангел моде можешь я и проспидранить, потому что там и делать-то особо нечего. Но только на ангел моде. Вот на мортале уже вряд ли. Не знаю, что-то. По-моему, жестко. Привет, Инферно.
Ну, что? Как такое может происходить? Управление полностью запуталось. Честно. Мне нужна была та лечилка. Она мне нужна была. Если бы я ушел на другую платформу, я бы потерял бы лечилку, и это все равно, что урон. А так он урон нанес с собой просто. Ну, это нечестно абсолютно. Говорил, что я, ну, по крайней мере, когда я там уже был больше, чем половина игры, я не говорил, что я после прохождения удалю больше, там. Я не удалял ее, знаешь, как многие, там, на стрим после убийства Салгрина. Я этого не говорил. Ты не путай меня с другими стримерами. Я больше не говорил, что я удалю, там, никогда больше не буду запускать, там. То, что я говорил, что я на рейпе не буду проходить, да, не отрицаю. Но вот то, что я вообще, типа, больше там удалю и больше видеть его не хочу, такого не было. Но, понимаешь, я уже это объяснял просто, но тебя не было. Больше мне нравится, как игра. Kings of V мне не так нравится. Но она типа, ну, нормальная, но больше приятнее играть, чем Wings of Fear. Ты зашел? Ну блин, ну... До такой же степени. Честность это не сложность, да, если что. Честность это именно честность, то что я должен мочь выиграть в любом случае, если это честная игра. То есть, скажем, ну... чтобы от меня зависело. Да, то есть может быть сложно, но должно от меня зависеть все. Ну, естественно, не только в теории, но и в реальности, да, то есть понятно, что там в теории даже самый жесткий рандом, да, там какой-нибудь робот может затащить. Но я имею в виду именно даже для человека. Все.
Ладно, ну все, вот урон. Справа стоит. О, я забыл. А я такой жду, пока она придет, короче. Не, ну выше понятно. Ну, в смысле, выше в том плане, что как бы она сделана более качественно. Это да. Ну, то есть, все-таки это коммерческий проект. И у Салгрина уже опыта было больше с работы с Multimedia Fusion, как бы. В этом плане, да. Но играть в нее очень душно. Короче, страта на босса такая. Доходим до фазы ярости без урона. Без урона. А потом просто заспамливаем так, чтобы выпали удачные атаки. И все. Другой страты нет. Вообще не, по-другому невозможно пройти. Чё, где? А почему слева появился?
как я обожаю, когда он так делает. Это так классно. Блин, ну у меня куча хп снял. Я не успел добежать полностью за щитом. ОП победа. Слишком лазер, слишком мощный. Хотел проверить, может он реально защищает этот лазер? Ну, скорее всего, нет. Да если бы я тут людьми управлялось это все, то Джефф Холл не выдержал бы, блин, минуты даже. Да даже 30 секунд. Это вообще мне не нравится, но это печалька просто. Это задержка звука, да ладно, не может быть.
Да, такое снаб. Когда я на повышение пошел, знал. Я даже и не знал. Не знаю, Инферно, тут есть скрытые ачивки, предназначение которых я не знаю, но так открыть. Типа не я, это может быть только аметист. Не знаю. Две атаки подряд там делает. Это больше всего раздражает. Я уже ждал, что он сюда переместится. Он фигурно будет начинать апдейт, если он правила твича не нарушает, то его не за что банить. Ну, в смысле, банить вообще, я имею в виду на всем сервисе, блокировать аккаунт. Ой, в чатике каждый может у себя забанить по своим правилам, да, канал, кто хочет. А чтобы забанить полностью на твича, он должен нарушить именно правила вообще твича. Это нарушение, но вообще это правило самого твича не нарушает.
Да, как бы ничто не мешает ему перерегать другой аккаунт, как бы, и все. Бан по IP, я думаю, это в самом крайнем случае существует. Ну и его, естественно, могут делать только именно сотрудники Twitch. Не, чтобы получить именно... чтобы получить именно модерку вообще Твича, а не конкретного канала, нужно устроиться на работу в Твич, в компанию. Но это тебе не даст права банить того, за кого ты захочешь. Ну, ты же понимаешь, да? Только по правилам. Как сделать? Ты не слышишь, что ли? Я тебе говорю, должен это глобальный модератор Твича найти причину для этого бана. После этого он может забанить. Но это очень маловероятно. Это нужно, ну, чтобы он вообще нарушал что-то такое очень глобальное. Если он просто тебя обозвал как-нибудь, этот человек, да, это вообще не причина ни разу. Став, да, есть став, то есть сотрудники Твича, они глобальные модераторы. То есть они, у них нету именно задачи, ну, я так понимаю, ходить по стримам и модерировать, но вот так, ну, просто возможность, ну, такая возможность у них есть. То есть они просто там могут быть техническими специалистами, там, еще кем-то, да, то есть, ну, сотрудниками компании. Но у них есть банхаммер, ну, глобальный, да. У них иконка в чате такая, это гаечный ключ, короче. Черная. Он пускает шарики такой же шириной, только два ряда. Два ряда пускает. Thank you.
задел таки, ну ладно. У меня случайно твой напряжок прожался. Этого босса просто не понимаю. Он вообще какой-то непроходимый. Она не показывает, она наказывает. Если в ней находиться определенное время, то она начинает очень жестко отнимать здоровье. Так что лучше ее не касаться, ну, по крайней мере, длительное время. Так, так, типа, чуть-чуть проскочить, вот как вот сейчас, это можно, да, вот я по-быстрому хоп и ушел. А чуть-чуть дольше, она бы начала мне жестко травить. Интересно, а на усиленной фазе он тоже тут делает атаку с заморозкой? И отличается ли чем-то? Может, тайминг другой, надо учить тайминг, короче, новый. Так быстрее как-то может это делать. Не, сегодня что-то вряд ли этого босса добью. А, уже нету заморозки, ну ясно. А, значит инферно, если ты еще тут, значит нет такой очистки.
что у него на фазе ярости нету уже вот этой атаки с ледышкой. Ну, в смысле, ну ты понял, где замораживать его надо, значит, что добить его могу только я. А, ну на Исике может быть. Что с яйцом? С чьим? Сейчас было довольно тоненько. Ну. Минус 40 просто. Я обожаю, когда он так делает. О, все. Короче, лучше дождать его вот в обе атаки и не гнаться за ППшкой. Они не бес... ну как, формально они не бесполезны. Привет, Генстери. Ну да, ну вот, Гоги как раз об этом говорит, на ангел моде. Аметист делает луч добра, если я заморожу обледышку этого Джихола. Кстати, я забыл, кто из них Ира. А вторую вообще не помню, как звать. Вот эта, короче, блондинка, она ставит щит иногда, которым я защищаю от его ульты. А вот эта вот не очень, она, короче, это ставит мне лечилки иногда. Ну, короче, в сумме, если собирать постоянно лечилки, то они компенсируют яд, который просто постоянно действует. То есть ты просто находишься на боссе, и у тебя постоянно тратится хп, просто вот, ну, само по себе. Но если постоянно собирать ее лечилки, ни одну не пропуская, то это как бы полностью компенсирует. Но только лишь компенсирует, то есть нельзя вылечиться именно, да? Ну, да, вот. Привет, Бэтмен. Yeah.
все-таки люблю этого босса. Да, исчезают, вот именно, они исчезают со временем. То есть она когда на, ну, переходит на ту сторону, где лечилка уже лежит, то эта лечилка пропадает. Салгрину больше, да? Ну, как бы и что, я его сейчас вспоминаю там какими-то теплыми чувствами или что? Пять тысяч 800 смертей на нем нахожу. Если он занимал 40 плюс часов, это значит, что это плохой босс, или что? Он просто сложный, и что, ну, как бы, что дальше-то? Если он сложный, то значит, мне автоматически понравится Джихолл, или что? Ну, я логику вообще не понимаю. Это слишком, слишком плоская логика РНД. Только в часах измерять, хороший или плохой босс. Или типа понравится или нет. Это слишком плоско.
колол. Что-то он не предупредил. Пока что все вещи через логику понимаются. Ну, кроме тех, которых логики нету, значит они не очень как-то. То есть ни разу не видел такого, что какое-то хорошее явление, и которое, в принципе, не поддается логике. Привет, Defender, ты закончил уже, да? Я что-то Generations там. Что-то быстро, я думал, ты часов еще 5 поиграешь. С лицом, да, с лицом у нее этот. А, так, это где? Это Хэд, да, по-моему. Да, и патроны, они как бы не зак... Ну, им нужно перезарядиться. Видишь точечки на две? Это... Сколько выстрелов осталось, и вот они перезаряжаются. Что паузы нету. Короче, только что было 7777 смертей. Плюс я 70 часов прохожу игру.
Пророк. Не, я дропну раньше, чем наберу 77 тысяч. Надо привыкнуть, что он так делает, но я не могу запомнить, что он, ну как бы, я забываю, что он так делает постоянно после своей этой дурацкой атаки. Ну, по-моему, это бесполезная попытка. Блин, портал, я забыл про портал, ну все. Нет, под щитом нельзя кидать. Не то чтобы он недосягаем, просто щит не простреливается. Ну, по сути, да, недосягаем, но просто слово немножко может с толку сбить. То есть я могу выпрыгнуть из щита и нанести ему урон. Но правда я сам получу кучу урона из-за этого. Вообще его крик, как бы в прямом смысле, он не ваншотает. Как бы в прямом смысле. Одна единица крика, я не знаю, как это назвать, она не ваншотает. Просто если целиком крик стоять без щита, то в сумме, да, суммарный урон тебя, ну, убьет, даже если у тебя было полное здоровье. Вот, но как бы... То есть, немножко крика не убивает, но тратит серьезно. Вряд ли не достанет, во-первых, а во-вторых, ну он же не всегда так близко.
Надо с заморозкой вот это попробовать. По-моему, не особо, да, эффективно. Да что ж я тут это, ну блин, нельзя так с края стоять. Ну чуть-чуть, по-моему, пробило, ну такое. Thank you.
что-то, по-моему, не особо. Это меня капец как плотно надо стоять. Нету снап, а длинная только одна. Длинная только одна. Нравится, по-моему, крайне неэффективно. Кажется тоже, что все-таки стандартная лучше. Ну только снап, если бы я знал, где его взять. Если бы я знал, где его взять, я бы взял. Ну и в итоге пришли к тому, с чего начали. Что босс не проходится. А, это первый только. Ну все, вот училку я потерял. Или нет? Thank you.
удачи, Инферно. Так, блин, Гоги, я уже, по-моему, 1000 раз просто говорил, по-моему, в том числе и тебе, что если бы я знал, где найти все оружие, я бы давно бы взял, но я не знаю. Ты такой, ну, может, пойдешь Purified откроешь? Ну, конечно, я же знаю, где сейчас все это собрать. Пошел и открыл просто. Ну... Слышал, ты слышал, просто забыл. Курица, да, яблоко не помню, мухомор вообще не знаю, что за мухомор. Душно играют, ну это вообще жесть на самом деле. Подземелье это Sinister Grotto? А, или Underworld? Ты можешь писать по-английски название локации? Самое начало? По-моему, я брал. Да ладно, Defender. Ну, в принципе, если захочешь, ну, пройдешь на Mortal. Я не хочу перепроходить этот уровень. Ну лол, вы издеваетесь? Я не хочу перепроходить этот уровень. Ну лол, это же наказание какое-то. Не, Defender, забудь, что я сказал. Не надо играть в это. Мне это не прошло. Хотя, ну, на самом деле, ну, как бы, она только для меня такая тяжелая. Другие люди в нее играют нормально, вообще проходят все время как обычную игру. И не, у них нет какой-то дизморали, страданий. Ну, вон, посмотри, Гантриггер ее играет вообще налегке абсолютно. Вот это налегке. То есть, просто, типа, ну, ок, там уровень, ну, босс, ну, ничего такого вообще. То есть, абсолютно никаких страданий нету. Ну, ну, то, кроме там парочки моментов пока что, но... Я не знаю, конечно, на Miyagi 2, наверное, все-таки будут страдания, но, блин... По сравнению с тем, что у меня, это жесть какая-то. Там я был. Да был я там. Вроде. А почему перышко не открыто? Ну
Я про курицу уже сказал, что я взял. Я не знаю, как тут пройти. Наверное, все-таки я не взял, потому что я не знаю, где здесь пройти. Я туда не допрыгиваю. А рывок мне не дают. В смысле, ну вот это мне нужно все-таки или нет? И давай с одного на другой не перескакивай. Хорошее количество смертей для такого места. Да ты сразу не мог сказать, ну лол, ну. А зачем я сейчас тут страдал? Ты сразу не мог сказать, что мне нужно взять что-то. Что за жесть? Я не знаю, где забыл взять, типа, как можно позже. Да подожди, дай мне хоть одно взять, ну что ты это, торопишься, ну. Для тебя это вообще изи, ты с первой попытки берешь. Ну ты видишь, я не могу это быстро взять, а ты мне уже говоришь, где следующее. Я думаешь, запомнишь, что ли? Я знаю, где яблоко находится. Но его взять нельзя только. Ты мне только скажи, как его взять, потому что я не знаю, как его взять. Ну, насколько я знаю, там нельзя просто отойти. Контриггер проверял, там нельзя просто отойти. Так что, скорее всего, там другая какая-то трата. Подката, по-моему, там еще нету. Thank you.
Почему она не попадает? Ну блин, дурацкий хитбокс этих шариков. Да у вас все изи, у вас все игры изи, а я один туплю и играю очень плохо. Я уже в этом убедился, что, по крайней мере, Wings of Wii я играю очень плохо. Полтора года я прохожу эту игру. Что за тупое падение? Может, там все-таки надо два раза прыжок начали сделать, но это, по-моему, будет очень неудобно. Блин, не, я не смогу сделать одновременное парение и выстрел, но это же вообще нереально на этом управлении. Cake Souls, thank you for host. Hello everyone from stream Cake Souls Angels R GR 8. Кто-нибудь знает, что такое вот это вот последнее? Ну да. Great. Я понял. I'm trying to collect all weapons. Я не понимаю, как это прыгнуть-то, ну... Короче, кто не в курсе, вот этот чел, который сейчас меня захостил, он это, в лидербордах по Wings of Wii, везде на первом месте, он прошел, короче, демон и плюс думит. Это вообще жесть полная. Ладно, давайте, короче, перейдем в этот... Где ты говоришь, Гоги, говоришь, там... Floating Keep? Не-не-не. Вот это, по-моему, да?
Да. Отсюда нельзя, короче, телепортнуться из-за того, что тебя убивают. Ты не успеваешь. Паузы даже нету в игре. Еще надо спуститься теперь. Да ладно, ну... Может другое оружие поставить? Да, я прошел все части топа. Блин, где там оно переключается-то? Так, Гоги, может быть... Ой. Может, мне тогда нужно было телепортироваться во вторую точку? Там наверняка уже был бы собран двойной прыжок. Тебе не кажется? Ну, с этим оружием изи. Там меня не завезли, я понял. Я забываю, что у меня нету второго прыжка. Непривычно.
конечно же, я прошел на нормалах, не на 11C, причем 10, 11 и 12 часть я прошел на изи. А, ну единственное, что первую часть я на Лунатике прошел. А, и 13-ю еще на изи. Чтоб у кака. Типа все, зашквар, отписываешься от канала? Чего это вдруг такие мысли нехорошие? Ой. А Стоби, чего ты такого ждал? Я что, фанат этих скролл-шутеров или что? Ну, я не очень понимаю. На основе чего такое? Да, типа тоже прикольная игра, но не настолько, чтобы там на 11C проходить или типа того. Ну, а что, я соврал что ли или что? Просто со своей точки зрения это воспринимаешь. Прошел все части? Прошел. Титры были же везде? Были. Даже многие на нормале прошел, но не на 11C. А то, что там всякие тоху заморочки, типа, ну вот ты не на 11C, значит ты, короче, не прошел там, да? Не считается, но это, извини, это в другое место. Да, в других местах, можешь говорить. Я не тахофак. Она не отстанет. Ну лол. Можешь просто подкаст сделать? Да-да-да, снап. Так, все, теперь куда мы идти? Отправляемся.
Так, Снап, я это яблочко просто сам не находил. Я уже о нем знал потом, но я сам его не, ну, не видел. А я не знаю, что за гриб. Ой, где этот гриб? Где его взять? Я не знаю. Как-то можно посмотреть, взят или не взят? Я не помню. А куда? На первую сейв дойти? Я так понимаю. По-быстрому. Делаешь? А где это берется? Верхний правый. Нет. Привет, Рентаро. Нет, значит левый все-таки. А, с порталом, по-моему, он придется побиться. А, это жесткая битва, насколько я помню. Фендер Винкс оф и пошел. Блин, да лол.
Фу! Ничего себе, нормально. Заспамлено. А вон секрет этот, блин, контригер, ты уже не тут не смотришь, короче, если чё, вон там секретка, боже, ты, значит, ты пропустил. А как она берется, я не помню, ну короче, как она там. Но если босс я прошел, были бы титры, ну. Что ты? Да дурацкие эти, ну серьезно. Ну все, я не выжил. Проверить на чем-нибудь. Надо чуть-чуть этого попить, попробовать. Так где, а где твоя заморозка? Что он ее не делает?
Или он ее только чисто по хп что ли делает, лол? Я не понял. Я говорил со всеми жителями. Офигеть, сколько этот портал тратит. Это жесть. Что-то не особо оно сильно, если честно. А, во Floating Keep я не уверен, что со всеми говорил. Как же он долго тут? Толпал. Вот. Как я шел уже направо, почему он меня задел? Да мне кажется, или это оружие вообще не отнимает нисколько у него здоровья? Мне кажется, стало сложнее, короче, с этим оружием. Все, нафиг эти оружия. Стандартное оружие.
да что такое, ну... Ну офигеть, блин. А где это взять, на? Где это взять? Грота, я только что был в Грота, ты сказал, что ты там все взял. Синистер Грота, да? Я там же взял уже. Нафиг я за птичкой ты пошел, ну хотя я не знаю.
разве не брал ее? А я разве не брал ту эту вагонетку? Ну так это и есть Spider Memories. Ну в смысле, ну ты можешь посмотреть, какие у меня есть? Ну лол, я же показывал. Вот у меня какие есть. Ну у меня есть ярость или нет? Опять мне Spider Memory идти? Ну по иконкам, ну вот, вот так, вот такая есть. Потом, вот это, которая кружочек вокруг себя спамит. И вот это вот такая вот непонятная. Скажите, правильно ли я иду, потому что я не хочу просто так проходить дурацкие уровни еще раз. Дурацкое место в начале. Привет, Шуфу. Нет, направо-то правильно, только я могу пройти много лишнего. Хотя мог бы телепортнуться просто поближе. Управление нормальное, физика нормальная, но сама игра душная очень сильно.
странно довольно, конечно. Может открыть Purified мод на анкере потом просто. Мне как бы на самом деле просто пройти игру вполне хватит. Без Purified мода, без Doomed мода, без... Что там еще? Без Hellspawn'а. На Mortal'е, я имею в виду. А ачивки можно и на ангеле подпрыгиваю, ну лол. Мстит за Камиль. Игра, которая меня задизморалила больше всего из вообще всех игр, просто из всех игр, которые я знал, знаю.
это управлять мне очень неудобно на геймпаде, как бы, я не знаю. Знаете, я прохожу этот момент, вот этот вот? Я прохожу его вот так. Ну там не видно, да, наверное? Ну, короче, то есть я вот так на эту кнопку прыгаю, а потом вот так, ну, парю и стреляю. То есть именно вот таким положением пальцев, не вот так, а вот так. Ну так ты понимаешь, невозможно с таким управлением нормально играть. Я не могу. Ну так, а на клавиатуре это сложнее в 100 раз. Я же начинал с клавиатуры играть в Wings of Fear. На клавиатуре это намного сложнее сделать. Я чувствую проблему. Катастрофически неудобно на клавиатуре играть в Wings of Fear. Я вообще не понимаю, как можно там использовать 3 кнопки одновременно. У меня пальцы просто так не работают даже элементарно. Я ставил в ряд Z, X и C. И ходьбу на стрелочке. Привет, Тор, нет, не прошел. Ну это неудобно, это вообще никак не... Это ужасно, знаю. Вот, я так понимаю, я пришел, да? Да что ж это тупое, какой-то это штука, ну лол. Такой узенький проходит.
Типа за спам не работает, да? Ясно. Кажется, это будет очень сложно и очень надолго. Потому что я с врагами Винксов и вообще не умею сражаться. Вообще. Туда все. Ладно, если попадать хотя бы туда каждый раз. Сколько там еще летунов будет? Это жесть. Сколько там летунов-то еще будет? Я вообще не знаю, как с этим бороться. Как с этим, как там без урона можно пройти? Это вообще невозможно без урона пройти. Я не знаю, как это без урона пройти. Я даже не знаю, как это с уроном пройти, но я думаю, на рандоме как-нибудь можно. Ну как это без урона пройти на думит моде? Причем я про демон еще вообще молчу, что они там усиленные, небось. Thank you.
если даже Гоги с трудом прошел, то я думаю, что я это вообще едва ли осилил просто. Сколько их там? Два? Ну тут надо за спам оружие включать. В принципе, наверное, на пауках уже можно за спам оружие включать. Серьезно? Камиле плохо, мне надоело. Да офигеть, туда идти же очень далеко.
ошибки. Переключение экранов, поэтому я в больше ремейки делаю без этих переключений экранов. Это такая тупая штука, реально. Это так и раздражает от всех игр. Ну нахрена это переключение экрана? Ну это серьезно, это такая тупость. Я не понимаю, зачем это делать нужно в современной игре. У тебя что, память экономится, что ли, или зачем? В старых консолях это было необходимостью, чтобы экономить ресурсы очень слабой консоли. Сейчас это делать, это чушь полная. Сейф я не помню, кстати, где. Надо поговорить обязательно.
Ну этот момент, серьезно. В смысле, на профиль что-то не прибегается. Какой на пофиг, я бы там не прошел. Ты не заметил, что у меня здоровья вообще не было? Теперь да. А, сейва-то не было. Левый же, да, по-моему?
Иллюзия сложности в этой игре? Ну, я тебе скажу, а что, что для тебя сложно? Не иллюзия. Даже не могу представить. Третья камилка, что ли? Или там тоже иллюзия сложности? Нет, это так и задумано. То есть задумано на тонкие тайминги. Эти моменты задуманы на тонкие тайминги. Это же Салгрин. Нет, это не кривота. Это не кривота, это так и задумано. Ну что ты Салгрина не знаешь, лол. Боги, я хоть правильно иду тут? Нормально все задумано? Нет, не нормально задумано. Ну и что дальше? Я уже тут вводил комбинацию. Вспомнил сейчас, как это вообще делается. Кто боится демонов? Около ворот. Нет? Да ладно, вроде же около ворот. Джейлус, я не знаю, что это. Боги. Я даже не знаю, что такое Джейлус. А, кто завидует Рупи? Блин, придется подбирать.
все. Все, Purified Mat откроем. Ну, в смысле, пройти только игру еще, да, надо? А, во, ачивка Purified. Ура! Вот это жесть. Ну, блин, еще минус одна ачивка. Это какое оружие? Вот это? Спасибо за подсказки. Не заметил особо пока разницы. Блин. Стоп, а хеллспаун у меня откроется автоматически после прохождения, да? Стоп, а там, по-моему, еще какой-то режим, нет? Хотя нет, никакого там нет. Если бы мне это хотя бы пятый шарик бы дало, то бы уже было пробивно. Уже было бы хорошо. Ну давай, Снап, удачи.
Я еще видел у кого-то, что красные шарики какие-то есть. Это значит еще что-то можно взять, да? Ну так я мало снес-то, ну это вообще печалька. Очень мало снес. Ну сколько я уже, ну за 200 сражаюсь, я ему снес 2,5, что? Я аккуратнее играть что ли стал или что? Что-то не так делаю. Да, я что-то делаю не так, и я не могу пройти босса. 10,5 часов. Да, ХП постоянно тратится. И если собирать абсолютно каждую лечилку, которую вот она делает, то это только лишь компенсирует. Это только лишь компенсирует яд. Но, то есть в реальности ты не можешь вылечиться. То есть если ты какой-то урон дополнительный получил, то этими лечилками ты, ну, выше чем... ну ты понял, короче, да? То есть они только компенсируют яд. Так что если я пропустил одну лечилку, это считай, что все равно, что я потерял 15 хп просто, ну, уже навсегда. Не, походу просто заморозка очень хорошо помогает. Да, заморозка. Просто надо заморозку использовать. Ну, то есть не упускать эту возможность. Она очень хорошо помогает.
что делаешь? Ой, все. Да ну. Неловко как вышло. Сколько вообще время? 18:13. Проверим, открыт у нас режим. А, ну да, еще на ангел моде даже яма не ваншотает. Привет, Тераон. На 84%, кстати, прошел за то, что клетки пособирал некоторые. А, короче, все. Я все. Тут кошмар какой-то. Я не знаю. Я реально не знаю, убью ли я вообще этого босса. Он очень жесткий, но он правда очень жесткий. На демон моде меньше сейвов, больше урона получаешь, и плюс новые атаки именно у врагов есть. Ну в смысле так теперь никогда, я почти 4 часа стримил. В общем, ладно, давайте. Я не знаю, может быть... Не, наверное, сегодня стрима уже не будет. Так что... все, всем пока. Увидимся. Не знаю, Камилию 2 надо проходить, но, блин, у меня время ограничено. Если честно, если бы не было у меня ограничено время по Камилке, то я взял бы перерыв недели бы две. Но надо. Все, удачи.